проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях района, организация подвоза детей к школам, питание, работа спортивных кружков и секций – все это активно обсуждали родители. Начался новый учебный год, а значит и работы у сообщества прибавилось. Как можно меньше нерешенных проблем было у родителей, как меньше было вопросов, на которые они не получают ответы. Чтобы на самом деле вот эта взаимосвязь родителей и администрация района, она была очень тесной, прозрачной, а мы будем этому способствовать и всячески поддерживать. Непростая ситуация сложилась в школе, которая располагается в селе Перхушково. Жители мечтают о новом просторном учебном заведении, но на все предложения чиновников построить образовательное учреждение на другой территории отвечают отказом. Вопрос очень больной, потому что это ограниченная территория, чтобы все понимали, это напротив запасного выхода или въезда транспорта, который находится около Перхушковской больницы. Все представляют, что это за школа. Она находится, с одной стороны, где проезжая часть, правильно? Вторая, где у нас вход в больницу. Вот что касается территории. Территория... Значит, ваша школа, которая с 1910 года постройки, по экспертизе она не имеет такой возможности, чтобы к ней сделать пристройку. В этом году очень поздно начались ремонтные работы образовательных учреждений. Родители были обеспокоены этим, чтобы снять напряжение и в этом вопросе. Олег Дмитриев подробно рассказал собравшимся, с чем были связаны трудности и как в будущем их можно избежать. Сообщество родителей Одинцовского района – это уникальный проект, который не имеет аналогов в регионе. Только тесное содружество всех участников образовательного процесса позволяет эффективно справляться со многими задачами. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».